В Омске перед судом предстанет Николай Харенко. Мужчину обвиняют в убийстве брата. Как установили следователи, поводом для ссоры родственников стал неполный стакан водки. Когда он трезвый, он спокойный, а начинает, выступать, то ему не долили, то ему перелили, вот так вот начинает, начал он орать. Николай Харенко рассказывает о своем погибшем брате Евгении. Мужчины жили в одной квартире. Вместе работали, вместе выпивали. В очередное застолье старшему брату показалось, что младшему досталось больше спиртного, чем ему. Не, в его адрес не... Он угрожал мне. В его адрес я ничего, а он высказывал матершинные слова. Угу. Ну, то есть вас-то что, злило вас или что? Да. Это меня вообще взбесило. Николай решил ответить не только словом. Кухонным ножом мужчина дважды ударил старшего брата в грудь. После того, как вы нанесли ему удар ножом? Все, я пошел, ножик положил обратно. Все. Смотрю, у него побежала кровь. Все, и я ему давай первую помощь бы отдавал. Черную вылью, потом грудь вот так вот в крови. После совершения преступления сразу же к ним домой пришла соседка. В этот день она планировала с ними встретиться, для чего зашла домой. Потерпевший был на этот момент еще в сознании и сказал соседке, что в присутствии соседки сказал, что брат нанес мне такие телесные повреждения. Евгений скончался в больнице через 15 дней. Его младший брат Николай вину полностью признал. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.